Мошенники начали активно использовать функцию трансляции экрана во время видеозвонков в мессенджерах. В Сбербанке рассказали, что сначала аферисты создают аккаунт, якобы принадлежащий банку, с номером 900 и логотипом кредитной организации. Затем звонят потенциальной жертве. Человека спрашивают, не обновлял ли он приложение в последнее время. Если ответ отрицательный, предлагают обновить. Затем звонит второй аферист и просит включить режим демонстрации экрана. Объясняет, что видео нужно для идентификации по биометрии. Затем человека просят зайти в приложение банка, а там уже мошенники видят номера карт, суммы на счетах, коды в СМС и другую информацию. После этого списать деньги со счета совсем несложно.